Такой еще вопрос. Как министерство сотрудничает с национальными, в скобочках, коми-СМИ? Как поддерживает коми-печать? Связи у нас очень тесные с издательским домом Коми. Мы стараемся поддерживать их проекты в меру своих возможностей. Были как раз юбилеи в прошлом году Чушканзы. Мы всегда рады видеть их, и они, я надеюсь, тоже рады видеть нас. В этом году, кстати, исполняется 105 лет с даты выхода первой коми-газеты. Поэтому в правительстве создан организационный комитет, утвержден уже план мероприятий по празднованию 105-летия. Наше министерство посильное участие в этом принимает. 105 лет – это с зарянской жизни, что ли, выходы? Это коми-печати.